Кто обеспечит безопасность Дома Республики, правительства, здания и Дома Курултая Башкортостана определится сегодня. В ближайшие часы хозяйственное управление Республики проводит конкурс на контракт стоимостью более 26 миллионов рублей на вооруженную охрану государственных зданий. На каждом объекте должно быть от 3 до 5 постов круглосуточной охраны. С победителем конкурса будет заключен годовой контракт, который вступит в действие с 1 января 2018 года. Здания госорганов власти регионов перестали быть стратегическими объектами. Как сообщает издание «Коммерсант Уфа», теперь их безопасность должны обеспечить частные организации через торги госзакупок.